пример записи видео на планшет Xiaomi Mi Pad. Основная камера на 8 мегапикселей. Настроек видео нет. По умолчанию пишет Full HD. Так, если смотреть на экран, то видно небольшие подергивания изображения. Фокус тапом по экрану. Давайте проверим. Срабатывает быстро. Звук записывает моно. Фронтальная камера на 5 мегапикселей, также диафрагма 2.0. Мне нравится, что изображение дергается немножко.